Пять слов, которые изменят вашу жизнь. Первое слово – отменяю. Если в вашу голову лезут дурные мысли и какие-то дурные действия, вы можете их отменить словосочетанием «отменяю все». Второе слово – позволяю. Когда вы где-то преуспели, вас где-то похвалили, либо вы преуспеваете в какой-то ситуации, вы можете похвалить себя самостоятельно и сказать «я себе это позволяю». Третье слово – возможность. К примеру, вместо слова «проблема» вы можете сказать слово «возможность», и в вашу жизнь определенным образом эти возможности придут. Слово «изобилие». Если вы говорите «я живу изобильной жизнью», то поверьте, так оно и будет. Вокруг вас будут происходить благоприятные перемены, будут появляться возможности и появляться полезные люди. Ну и последнее, пятое слово «благодарю». Это слово приносит в вашу жизнь благо, о котором вы делитесь с другими людьми, и в свою жизнь вы привлекаете в два раза больше этой энергии. Очень важно произносить эти слова благодарности почаще, особенно самому себе. Предлагаю провести эксперимент и включить слово «благодарность» в свою жизнь. На протяжении следующих 90 дней вы используете это слово постоянно и везде. Дома, на работе, с друзьями, с близкими, с родными, с продавцом, неважно где, замените слово «спасибо» на «благодарю», и тогда в вашу жизнь придет по-настоящему крутое изменение вашего сознания в принципе, и Вселенная вас услышит, потому что вы ей благодарны, а тот, кто благодарен Вселенной, он становится заметным для нее, и она его не обделит в его просьбе.